Молния не бьет дважды, Джек. Если мы так и будем снимать, канал так и не купит лучшие американские гонки 4. Эй, я же хотел назвать шоу «Козлы на дороге». Слушай, если мы не покажем настоящие мясорубки на дороге, с карьерой можно проститься. Друг, на тебе лица нет. Я боюсь, что проклятие моей семьи все-таки настигло меня. Все, я дрожу от страха. Лао, ты водишь машину как демон. Хитро и ловко. О, это ты классно сказал. Ободрались. Вот невезение. А, бывало и хуже. Ясно. Ну, кто тут хочет поцеловаться? Все ради благой цели. Вот ужас! Хуже не... Сан-Франциско. Город отчаянных водителей. Всегда хорошо засечь водилу на встречной полосе. Прошу тебя, ударь меня за так... Пора себя проверить. Разгонимся до 160 на встречной полосе. Сто шестьдесят по встречной? Да у меня такое каждый день. Кадр. А где же полиция? Теперь повеселимся с парнями в синей форме. Копы, камера, мотор. Происходит правонарушение. Нужно только, чтобы оно было перед камерами. Ваш звездный час настал. О, черт, кажется, этот ролик в эфир все-таки не пойдет. Вот это кадр! А где же полиция? Thank you.
Я знал, что психи Сан-Франциско меня не подведут. Обалденно. Приятно с тобой работать. Это только начало, Мари. У нас будет просто супершоу. Thank you.
Послушай, так нельзя! Можно, Девлин. Нас вышибли из полиции за правое дело. Теперь все ясно, мы должны стать героями. Героями? Да. Уничтожим остаток лекарств и положим конец преступлению. Да, я согласен. Точно? Поехали, уничтожим к черту весь контрафакт. Ну что, теперь будем делать карьеру как борцы за правое дело? Как добровольные борцы с преступностью. Понадобятся костюмы. Ладно, мы раздавим эти лекарства. А потом что? Не знаю. Заведем блог? У супергероев не бывает блогов. Теперь даже у бомжей есть блоги, приятель. Ну, начали. Верно. Забей! Удовлетворение от работы! Где же ты пропадал? Держись, это еще не конец. Так, держать! Ты доволен? Нет, еще. Приятно слышать. Ну, поехали. Все как в прошлый раз. Предлагаю догнать этих идиотских форцовщиков и... Знаешь, супергерой, пора привлечь кого-то со стороны. Нужна тачка. Любая. Ну где ты хочешь этим заняться? Повтори. Пристегнись и держись крепче. Что-что? Что ты творишь? Надо еще поработать. Прости, машина твоя. Стрелять куда веселее, чем писать отчеты. Да, все веселее и веселее. Так что у нас за план? А знаешь, давай их догоним. Давай их догоним. Вот это дело. Осторожность все-таки. Рон, нам больше не нужно писать.
понимаешь, что моя жизнь в твоих руках? Козел лыбился мне всю дорогу, пока объяснял, что я больше не пригоден для этой работы. Это все? Я думаю, да. Ты доволен? Хорошо бы ты придумал еще лозунг, но и так неплохо. Мы молодцы. Ты о чем думал, Фил? Но диск же у нас! Фил, мы же с тобой работаем скрытно! А бежать по сцене и выхватывать портфель у китайского посла, когда он толкает речь детишкам, это что? Я думал ногами! Задницей ты думал! Надо оторваться от копов и добраться в убежище. С удовольствием! А где? Штаб тебе все выслал на КПК. Черт, нам потом будет о чем поговорить. Осторожно. Фил! Держись! Машина все еще на ходу. Тогда поехали. Если бы вы не пытались сбежать, я бы этому уроду все зубы выбила. Не могу поверить, что ты это сделал. Но диск же у меня, правда? Да, у тебя. И ты навсегда изменил главу из учебника для агентов ЦРУ. Теперь вместо работы под прикрытием надо читать «Гонка с преследованием», «Полиция», «Дым из-под колес», «Сирены» и «Постоянные нарушения закона». Ну ладно, прорвемся. Нет смысла ехать в убежище, когда у нас полиция на хвосте. Не жмись, у меня еще есть пара тузов в руках. Я просто говорю, что твоим тузам лучше не оказаться двойками. Фил, пожалуйста. Фил, ты можешь лучше. Становится как-то жарковато, Фил. Ой, ё-моё. Что-то никак не получается быстро стряхнуть копов. Я заметила. А другие карты у тебя в рукавах остались? Нет, только руки. Хорошо, Фил. Нужно оторваться. А черт, откуда они взялись? Это дурно пахнет, нас подставили. Кто? Неважно, пора вызывать страховку. Надо отвлечь копов.
Ну давай, сними трубку, ответь. Кому звонишь? Дон, слушай, за нами следят. А мы с товаром, мне нужна эгида. Скоро будем на шоссе. Спасибо, Дон, потом отблагодарю. Эгида? Слепое пятно, полное экранирование. Главное только заехать внутрь и все. Нас больше нет. Дон скидывает мне координаты на КПП. Делай что-нибудь, Фил! У тебя есть план Ю? Он тебе нужен? Нет, это я так. К слову. Да, вот для этого и нужны все наши тренировки. И серые банковские счета. Что там такое на диске? Ради чего все? Хватит валять дурака, Фил, и уходи от копов. Берегись! Тачке плохо приходится. Ничего, все равно вечером нам эту тачку придется сжечь. Отдай газ, Фил. Там впереди наша эгида. Грузовик? Да и что с того? А, ясно. Заезжаем внутрь. Точно. Из неудачников герои за полдня. Я же говорил, все получится. Ну да, типа того.